Всем прекрасного доброго дня или доброго вечера. Я нахожусь возле замка Оранжереи в Потсдаме, в парке Сан-Суси. Уже вечереет. Людей мало. Замок закрыт. Но он очень красив сам по себе. Является оранжереей. Он оранжерея не только внутри, но и снаружи. Много красивых деревьев, кустарников вокруг. Красиво оформлен ландшафт. Много статуй. И просто интересно походить возле него и полюбоваться всем вокруг. Фонтаны сейчас выключены, хотя и лето. Ну, потому что сейчас уже вечер. Везде установлены катки с пальмами. Очень приятная южная атмосфера, особенно когда выдаются такие теплые дни, как сегодня. Это особенно ощутимо. Это памятник кайзеру Фридриху Вильгельму IV, как вы видите. Внутри оранжереи, вернее, внутри замка находится зал Рафаэля с его произведениями искусства. Чтобы подойти поближе к замку, нужно подняться по многочисленным ступенькам.